Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об изменениях в действующие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Нововведения касаются порядка проведения массовых мероприятий, предоставления услуг общественного питания в фудкортах. С 28 июня нельзя будет посещать аттракционы и зоопарки, кафе, а также пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками тем, кто не вакцинирован или не переболел коронавирусом в течение полугода.